Новый порядок формирования Мажилиса повысит участие казахстанцев в управлении государством. Такое мнение высказывают отечественные эксперты. По их словам, новшество придаст импульс работе Нижней палаты. Выборы пройдут в условиях политического плюрализма. Избиратели смогут голосовать как за партии, так и за конкретных кандидатов-самовыдвиженцев. Состав, скорее всего, будет обновлен достаточно, ну, в пропорции, это, наверное, больше половины, потому что и партии будут обновлять свои партийные списки, и мы не менее 30% будем видеть кандидатов из числа тех, которые выдвинулись по одномандатным территориальным округам. Ну и надеюсь, что новый состав как Мажилиса, так и Маслихатов, он придаст импульс в деятельности вообще этого представительного органа. Новый состав Мажилиса будет ярким и интересным, считает политолог Жаксалык Сабитов. Эксперт отметил, выборы пройдут в условиях новой политической конкуренции. Сейчас партийное поле страны представлено 7 участниками. Это парламентские партии Аманат, НПК и Ак-Жол, партии, имеющие электоральный опыт АУЛ и ОСДП, а также недавно зарегистрированные Байтак и Республика. Они вынуждены будут фактически конкурировать за свое внимание, и при этом, что там будет находиться не только одна большая партия и две маленьких партии, а будут находиться разные партии, которые, в принципе, будут иметь разные цели. Электоральная кампания обещает быть и политически инклюзивной. По закону в партийных списках должны быть не менее 30% женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями. Новому Мажилису, в принципе, нужны представители разных сфер деятельности, считает Татьяна Липина. Общественный деятель, либо какой-нибудь предприниматель, либо там, я не знаю, учительница, да, вот, то есть если эти люди уже на сегодня носят посильный и значительный вклад в развитие нашего общества, то действительно такие люди необходимы в Мажилисе, и, соответственно, такие люди способны артикулировать интересы людей, вот это важно.